9-1-10. Здорово, братва! Сегодня своими ручонками будем делать кнопочку старт-стоп из подручных материалов. То есть сейчас я покажу, что нашел и что сейчас сделаем. Так, что нам понадобится? Понадобится крестовая отвертка, разобрать консоль, плоская отвертка, ткнуть, чтобы замок зажигания достать. Далее проводочки, две релюхи на включение зажигания и на пуск двигателя, ну, клемочки, кто будет делать не на скрутках, а на этот, на клеммах, и две кнопки. Одна кнопка — это у нас, я взял кнопку багажника, открытие багажника десятки, 30 рублей, и 20 рублей установил уже вот такую кнопочку. Это у нас будет включение зажигания. Так, сейчас все это надо воплотить в жизнь. Ну, давайте перейдем к консоли. Так, кто не видел, приборка. Так, переходим к консоли. Консоль я уже разобрал. Разбирается несложно. 5 саморезиков под крестовую отвертку. Далее нам надо снять замок. Замок снимается элементарно. Давайте заглушим ее. Так, ну давайте сразу, раз перешел сюда, покажу. Вытаскиваем штекер замка зажигания. Замок зажигания вытаскивается элементарно. Так, у нас где-то тут есть саморез. Вот у нас. Выкручиваем вот этот саморез. Всего их тут, по-моему, два. Но в данном случае уже замок меняли, оставили один. Выкручиваем саморез. Поворачиваем ключ. И отверткой нажимаем вот сюда, где тут вот дырка. Вот в эту дырку нажимаем, и замок, в принципе, вытаскивается без проблем. Замок нам больше не понадобится, так как у нас будет здесь на этом месте стоять кнопка старт-стоп. Ну или просто старт, назовем ее так. Так, и давайте перейдем по схеме. То есть нам надо сейчас подключиться к замку зажигания, чтобы завести машину. Так, для этого использовать можно мультиметр, какую-нибудь дешевую прозвоночку, ну, на крайняк методом тыка с лопатками подключаем. Сразу скажу, давайте по цветам пройдемся, сразу скажу, какие цвета куда. Так, чисто розовый — это постоянный плюс, то есть здесь уже плюс есть. Далее, розово-черный и синий — это у нас зажигание, то есть голубой. Вот два провода у нас вот эти. Не знаю, видно вам? Вот так видно, да? Вот голубой провод и розовый. Их надо замкнуть с розовым основным. То есть это у нас будет зажигание. И здесь идет у нас коричневый провод. Это постоянный плюс зажигания. Ой, с этого, с генератора. И красный плюс — это идет на стартер. То есть замыкает стартер. Показываю элементарно. Включаем зажигание. Розовый провод. Замыкаем на любой из двух. То есть зажигание включится и при розовом, и при голубом, по-моему. Так, включается. Нет, при розово-черный это идет у нас на освещение. То есть это у нас приборка, световые приборы. А замыкать надо розовый и голубой. Это будет зажигание. Вот. Слышим, заработал насос. И далее замыкаем постоянный плюс с коричневого на красный. Замыкаем кратковременно, так как это крутим стартер. Вот, машина у нас завелась, в принципе. Для того, чтобы заглушить ее, нам надо разомкнуть цепь зажигания. Размыкая цепь зажигания, в принципе, мы глушим машину. Ну вот и вся, в принципе,
идея кнопки. Далее, чтобы нас... Чтобы у нас не сгорали наши кнопки, то есть это, ну, она, не знаю, она силовая, не силовая, неважно, силовая, не силовая, короче, все равно кидаем релюху на всякий случай, так как при прохождении большого тока через саму кнопку она может тупо выйти из строя и сломаться. Так что берем и на кнопке ставим две релюхи. Одна релюха будет идти на замок зажигания, то есть на включение зажигания, вторая релюха будет идти на стартер. Так, ну и для подключения этих релюх нам понадобится либо колодка, либо самим сделать из клем, из проводов сделать. У меня уже было видео по кнопке, кнопка была китайская. Кстати, оставлю ссылки на, ну, кто не понимает, как сделать реле, могу оставить ссылку на видео, где я ставил обычную кнопку китайскую, штатную. Ну, как она, типа, как штатная, с подсветочкой, там все дела. Здесь более простой вариант, рублей за 250, я думаю, можно уложиться без проблем. А та кнопка стоила, с иммобилайзером кнопка старт-стоп стоила 1200, без иммобилайзера 800 рублей. В принципе, все. Ссылка будет в конце видео, так что досмотрите до конца или сразу перелистните и перейдите на другую кнопку, где кнопка уже более дорогая и немножко по-другому работает. Хотя там тоже основано все на реле. Так. Для чего? Давайте еще разберем быстренько. Для чего мне это? Во-первых, у меня на Нэшке стояла и стоит сейчас эта кнопка уже сколько? Года 3. Про Унекси проблема этот. Сгорает контактная группа постоянно. Кнопка решила вообще все проблемы. Проблем с зажиганием уже года 2 или 3 она стоит, я уж не помню, когда я поставил. Года 2 так точно. Все проблемы ушли. Так, ну и что у нас еще остается? А, ну, можно, короче, сидеть в салоне, машину завести, выйти и закрыть ее. То есть, а машина останется работать. Вот этот еще один из плюсов. Ну и на семерке освещение вообще хреновое, она будет еще освещение. Ставьте лайки, будем делать в следующем видео освещение. Не знаю, ленты, сделаю ленты подсветки ног. Можно еще что-нибудь сверху сделать. Ну, посмотрим, покажу, как подключить. Как проще подключить, я думаю, от фонарей проще взять, наверное. Чтобы с концевиков сразу все включалось. Так, и... Так, что еще хотел сказать? А, ну, освещение хреновое, поэтому пока там, блин, где отключить-то? Пока там эту всю связку ключей найдешь, пока этот ключ там попадешь, еще они постоянно ломаются. Такие сомнительного качества ключи российские. Или китайские, уже не знаю. И, в принципе, выкидываем замок. И все. Так, давайте, короче, я сейчас все быстренько подсоединю и уже будем проверять. Ну вот, короче, я снял замок. Давай замок, до свидания. И у нас... Вот так вот выглядит отверстие теперь без замка. Вот сам замок. Наверное, я его кому-нибудь подарю. Так, ставить я его обратно точно не буду. Для тех, кто боится то, что машину угонят, ее и так угонят. В принципе, этот блокиратор руля, мне кажется, для тех, кто понимает, что он делает, не решит. А для тех, кто не понимает, они... Блокировки и сигнализации вряд ли разберутся, вряд ли сделают. Поэтому бояться тут... Я не вижу смысла бояться. Захотят угнать, угонят. Кстати, данная схема применима к любому автомобилю, в принципе. Ну, где нету встроенного мобилайзера. Ну, хотя и с мобилайзером, если правильно подойти, можно сделать. Так, вот такие две релюхи с колодками. Там меня кто-то в прошлый раз затроллил, что я мог сделать вот такие лопатки. В этот раз я и решил их сделать. Но не дай бог какой-то косяк, я сразу переделаю на скрутку. Мне кажется, скрутка всегда надежнее. А еще скрутка с пайкой будет вообще сочно. Так, ну давайте. Так, это у нас пойдет на зажигание. То есть у нас плюс идет к постоянному плюсу. Второй плюс это уже на стартер пойдет. И минусом будет управление, то есть минус возьму с колодки и будет замыкать через кнопку реле. Далее, здесь у нас идет на подключение освещения и замка зажигания.
Ну, зажигание, короче, включает. Здесь у нас также сделано плюс с постоянным плюсом, и минус будет замыкать у нас через кнопку. Ну, кто не знает, как работает реле, не знаю, посмотрите в интернете. Так, как это все будет выглядеть? Сейчас постараюсь камеру поставить. Подключаем сначала зажигание. Так, вот эти у нас будут замыкаться. Это у нас постоянный плюс. Это у нас через минус будет включаться зажигание. И заводить машину мы будем с помощью коричневого провода и красного. А, кстати, забыл сказать, желательно все это делать на отключенном аккумуляторе. Но не смотрите, как делаю я. Так, включаем зажигание. Заводим машину. Размыкаем зажигание, и машина глушится. В принципе, вот такая схема будет. Так, все подключили, все работает. Далее надо подумать об установке кнопки. То есть кнопка у нас будет стоять вместо замка зажигания. Пока снимаю замок зажигания, где-то вот так вот. Так, и я сделал вот такие штуки. Первая штука — это витрины, по-моему, держит или как-то так. Короче, в гараже валялась у Лехи. Я взял ее. Она будет у нас прикручиваться сюда. И далее, чтобы это все выглядело менее колхозно, сделал вот такую штуку. Извиняюсь, что немного криво. В принципе, кнопка все это закрывает. И она будет стоять поверх нее и прижиматься кнопкой. Ну, конечный результат увидите. Эту штуку мы даже сейчас сразу прикрутим, наверное. Короче, все прикрутил, посадил на один саморез. Сверху облицовочка будет выглядеть вот так вот. Далее переходим к подключению. Сейчас все подключу быстренько. Релюхи все смотаю. Что куда вставляется, я, наверное, уже все поняли. Так, и кину все на массу. Так. Ну вот что получается у нас. Релюхи подключены, кнопки подключены. Единственный минус, то что я управление сделал по минусу, а по минусу данный диод не работает. То есть если, ну, когда включается, я хотел, чтобы диод горел, короче, гореть не будет. На, или по плюсу переделывать, либо оставить так. Я оставлю так. Так, вот эту планку я, как сказал, вот прикрутил на саморез. Держится крепко. Держится крепко, люто, дерзко. Так, что, провода сейчас прибрать? Ну, сейчас покажу. Так, глушим. Заглушили. Включаем зажигание и заводим. Так, теперь будет вот так у нас. Так, сейчас клемки подзажму немножко, чтобы мне тут не вылетела кнопка там или контакт. Тут, в принципе, все вот так вот заизолировал. Я, конечно, за скрутку больше. Но раз хотели лопатками, кто-то там кричал, сделал лопатками. Так. Ну что? Получается у нас как-то вот так вот все это выглядит. Ну, сейчас с кнопкой закроется здесь место это. Так, все поставил на место, прикрутил. Так, здесь у нас выход на эту кнопку. Здесь у нас кнопка запуска. Забыл, кстати, еще про кнопки сказать. Так, где есть? Так, одну вижу. Так, здесь видно три контакта. Сейчас. Здесь видно три контакта. Здесь идет она устроена так, что она работает замыкание на плюс, чтобы горел огонек, правильно все работало. Я сделал на минус, поэтому у меня гореть не будет. Так, подключается минус вот на эту ножку. Она выделена золотистым цветом. А вот эти две ножки, они замыкающие. Сюда подходит плюс, сюда минус.
И замыкает. Тут, в принципе, где-то должно подписано быть. Вот подписано постоянный ток, а ну это маркировка. Ну, вы поняли, золотистая ножка, отличающаяся, это минус. Здесь замыкаем два плюса. Здесь у нас идет кнопка открывания багажника, десяточная. Ну или какая, ну короче, с переднеприводных. Изолентой я намотал, чтобы она, короче, вставлялась и плотно держалась. Немного у меня цоколь больше получился. Так, здесь у нас идет тоже три контакта. Здесь идет, вот эти два контакта идут на замыкание, а вот эти два и на размыкание. То есть нам нужно на замыкание, нам нужны только вот эти. Которая стоит поперек, она на размыкание. Она нам не нужна, в принципе. Ну и все, подключаем кнопки и уже тестим еще раз. Ну что, друзья, давайте подведем итог. То есть кнопка за минимальное вложение по времени, блин, выйдет где-то, если вот все обжимать, провода туда-сюда, все подключать, ну, примерно, ну, не знаю, часа 2-3 вы потратите на подключение данной кнопки, но потом будет поинтереснее. Сейчас произведем тесты, то есть, ну, как бы у меня уже заведена, я все проверил, но покажу вам, как что работает. Так, сигналочку сразу приготовим. А, это можно уже как брелок повесить на ключи и ходить, да, замком зажигания. Так, избавился от одного из трех ключей. Так, один у нас еще от бензобака, от лючка бензобака. Надо что-нибудь придумать, чтобы бензин не сливали. И один ключ еще остается от дверей и багажника. То есть от дверей и багажника обязательно надо сохранить, так как сигнализации можно доверять, но желательно предохраняться. Ладно, давайте поехали к тестам. Так, тестируем сигналку, короче. Глушим тачку. Так, тачка заглохла. И ставим на охрану. Так, тачка закрылась. Включаем. И, в принципе, у нас ноль эмоций. Так, открываем. О! И заводим. Уже пора заправиться. Так, как-то так. Кто, кстати, спрашивал, как приборку днем видно? Ее видно вот так вот. В принципе, все четко читается. В чем плюсы, говорил я вам. Что вот теперь брелок у нас в руках. Тачка заведена. То есть ставим на охрану. И пошли в магазин по делам. То есть она не заглохнет, как с автозапуска. Как-то так. Ну что, братва, вот такие дела, короче. Кому понравилось видео, ставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на канал. Ждите новые видео. Сейчас пока так по лайту что-то снимаем. По электрике, можно сказать так. Но в ближайшие дни постараюсь выпустить все-таки рычаги. Рычаги куплены уже. Ну и заварка, кстати, еще про заварку не снял. Заварка вещь отличная. Так что ждите новых видео, ставьте лайки. Всем удачи, пока.